И снова здравствуйте, дамы и господа. Те, кто присутствует у нас на тренинге по мануальному массажу, у нас завершающие практики. Мы сейчас сделали массаж спины, достаточно жесткий, с применением мануальных приемов, как массажа, так и снятия блоков. И для завершения, ну, практически вот сейчас мы будем проходить любую часть тела, там, ногу, руку, спину, шею, да. Для завершения мы всегда используем мягкие техники, когда уже просто поглаживая, уводим лимфу в паховую зону, в подмышечную зону и в подключичную зону. И продукты распада клеток, все, что вот у нас мы там отработали, да, вот эти шлаки, чтобы мы быстрее уходили, помогаем. Дополнительно по ребрам, ребра идут вот так под наклоном, раздвигаем их и пальчиками вот с таким раскачиванием мелкие межреберные мышцы тоже прорабатываем, чтобы не было невралгии межреберной. Вводим все и завершаем простукиванием. Методы простукивания это я вам еще покажу в следующий раз, пока просто очередно запомните. Потряхиванием, подергиванием, раскачиванием и мягкими вот такими вот успокаивающими движениями. Все, с этой рабочей зоной мы закончили, можем переходить к следующей зоне. Но поскольку мы делаем массаж, то следующая зона, массаж спины, да, у нас участок спины получается от ягодиц до головы включительно. То есть сейчас мы перейдем к шейно-воротниковой зоне. Об этом смотрите в следующее видео. С вами был на связи Олег Лагутвин. Приходите на тренинги и получайте все на практике.